Так, вы гремлины. Вы должны захватить молнию Маккуина и Мэтра. Ясно? Ясно. Идите, похищайте. Какой же сегодня отличный день, Мэтр. Да. Новый год уже через 3 дня. Да. Буду скучать по 2020 году. Он мне нравится. Кто нравится? Ну, 2020 год. А с чего ты взял, что тебе нравится? Потому что мы 6 месяцев не работали. Тебя, типа, 3 месяца было карантин. И 3 месяца летние каникулы. Да. Это было весной. Карантин. Да, вот из-за чего я полюбил 2020 год. Да. Может быть, 2021 год тоже будет как 2020. Ну, если честно, карантин мне так и не очень нравится. Хотя и мне все равно нравилось отдыхать. А. Слышь, они что-то говорят про 2020 год. Они скучать-то по ним будут. Ага. Знаешь, мне кажется, тоже 2020 года жалко будет. Не хнышь ты. 2021 год будет как 2020. Сейчас надо их похитить, хорошо. А. Эй, вы, гремлины, отпустите нас, Ветра. Нет, не отпустим. Все, профессор, мы их привезли. Ура, теперь это типа подарок на Новый год. Это типа ваш подарок на Новый год? Да. Так еще Новый год остался 2 дня или 3 дня. Мне все равно. Подарки мне больше на Новый год не нужны. Мне нужны, чтобы я убил Мэтра и Муни Маккуина. Ага. Ай. Ауч. А ну иди сюда. Не валяшка ты, Грэм. Пошли я тебя отсюда. Пошли, Мэтр. Эй, ребята, я кое-что вам принес. Пицца. Помоги уши нам подняться. Я лучше сам пиццу поем. Эй, а ну-ка дай пиццу.